Ваші діти стали дорослими, поїхали навчатись в інше місто або одружились. І ви відчуваєте себе покинутими, безпорадніми, відчуваєте тугу, депресію, смуток. Мене звуть Оксана Клочко-Макаренко, я хочу поговорити з вами сьогодні про синдром спорожнілого гнізда. Всім известно, что ребенка нужно любить безусловно. Но раньше любовь к детям не была такой невротической, как сейчас. Во-первых, в семьях было много детей. И, естественно, любовь одного родителя распределялась между ними равномерно. Во-вторых, ребенок не воспринимался как собственность родителя. Потому что изначально говорилось о том, что ребенка дает Бог. И даже не праздновалось день рождения, а праздновался день ангела. Человека. И задача родителей, собственно говоря, заключалась в том, чтобы обеспечить его душевное и физическое здоровье, ну и физическую сохранность. Ребенок взрослел и уходил в свою жизнь, его отпускали спокойно. Это было как бы нормой жизни. Такое невротическое, гиперопекаемое отношение к детям появилось совсем недавно. Сейчас, если мы посмотрим телевизор, то увидим постоянное как бы навязывание вот этого культа ребенка. Родители строят вокруг своих детей свою жизнь. По большому счету, очень часто можно услышать фразу о том, что главной ценностью в жизни являются дети. В момент отрыва ребенка от родительской семьи родители часто переживают целый набор различных страхов. Во-первых, конечно же, они боятся за ребенка, потому что сейчас они уже не могут контролировать его жизнь и активно в нее вмешиваться и активно помогать. С другой стороны, они понимают, что теперь меняются их жизненные ценности и приоритеты. То есть они не могут настолько участвовать в жизни ребенка, следовательно, они должны чем-то эту пустоту, которая у них образовалась, заполнять. К сожалению, часто люди сталкиваются с тем, что никаких хобби и других интересов, которые бы выходили за пределы интересов и постоянных жизненных каких-то вещей, которые связаны с детьми, у них нет. К тому же может возникнуть ощущение, что их затраченные усилия были оценены не по достоинству со стороны детей. То есть могут звучать фразы о том, что вот все, что у нас было, мы вложили в тебя, мы жили только ради тебя, а вот теперь ты такой нехороший человек, решил жить своей жизнью. А как же родители? А на кого же ты нас оставил? На кого же ты нас покинул? Возможно, что это и не говорится вот так вот прямым текстом, но все общение строится таким образом, что ребенок как бы считывает это между строк. Также можно сказать, что зачастую на период отдаления ребенка от семьи припадает и возрастной кризис самих родителей. Это где-то 40-50 лет. Обычно это возраст подведения итогов жизненных, понимание того, чего ты достиг в этой жизни, насколько ты успешен социально и личностно, насколько ты реализован. И очень часто именно в этот момент возникают кризисы в семье, связанные с тем, что взрослые люди, которые прожили всю жизнь вместе, понимают, что их больше ничего не связывает, что на самом деле у них разные ценности, разные цели. И кроме как о детях, им, оказывается, и поговорить-то не о чем. И все, что их связывало, это был этот вот человек, который был как бы промежуточным звеном. Был такой своего рода любовный треугольник в детско-родительских отношениях. И с исчезновением этого одного угла, который был скрепляющим и основоположным, собственно говоря, вся система начинает разрушаться. Очень часто семьи в этот период сталкиваются с ситуацией, когда один из супругов говорит что-то, типа, я не готов доживать. И возникает желание как-то вернуть годы молодости обратно. К сожалению, в таких ситуациях часто возникают третьи люди, которые на стороне, которые как бы замещают отсутствующего ребенка и восполняют вот этот вот недостаток тепла, понимания, общности целей, общности мировоззрения, какого-то веселья, бодрости. То есть можно говорить о том, что в такие моменты чаще всего появляются любовники или любовницы. Сложнее всего приходится тем родителям, которые воспитывали ребенка самостоятельно. Те, которые, так сказать, растили его для себя.
они острее всех переживают вот ощущение утраты, потери общения, какой-то близости, контакта, тепла. И больше всего им требуется компенсация этого. Такие родители как бы заведомо создают психологического партнера из своего ребенка. И потом не могут пережить этот так называемый развод. Они начинают манипулировать, жаловаться, часто болеют. И показывают всем своим видом, что они не в состоянии справиться с ситуацией самостоятельно. Очень часто это вынуждает детей возвращаться назад в родительскую семью, пожив немного самостоятельно, столкнувшись с первыми проблемами. Они возвращаются в привычный быт под крылышко мамы или папы и остаются там надолго, не создавая ни своих семей, не устраивая свою собственную личную жизнь. Многие родители начинают нагружать своих детей требованием побыстрее жениться или выйти замуж, родить внуков. Им кажется, что с внуками они могут все начать сначала, проиграть это как бы заново. Им настолько необходимо чувствовать себя важными, нужными и значимыми, что они как бы накладывают ответственность за свое собственное состояние на своих детей. И когда появляются внуки, они часто активно вмешиваются в жизни своих детей и новосозданной семьи, навязывают им свое экспертное мнение. На этой почве очень часто возникают ссоры, скандалы. Бывает, в семьях люди не общаются годами просто по причине того, что кто-то нарушает границы другого. Что вам может помочь? Как вы можете перестраховаться, заведомо зная, что рано или поздно, скорее всего, столкнетесь с такой ситуацией? Ваша активная социальная позиция, ваши увлечения, ваши хобби, ваша заведомо продуманная другая жизнь, которая, возможно, у вас начнется после того, как дети уйдут из семьи, ваши общие цели и увлечения, которые будут у вас с супругом, что-то такое, как бы запасная подушка, которая вам поможет и поддержит в этой сложной ситуации. Конечно же, мы говорим о каких-то позитивных, созидательных вещах. Может быть, это новая работа, может быть, это клуб по интересам, а может быть, у вас давно была какая-то мечта, которую вы так и не смогли реализовать. Вы можете начать путешествовать, вы можете начать писать книгу, вы можете заниматься волонтерством. То есть что-то, что позволит вам самому развиваться и наполнит вашу жизнь новыми красками. Возможно, кто-то решит завести собаку. А может быть, вы вспомните с супругом о том, как было хорошо, когда у вас еще не было детей. Проведете где-нибудь вместе медовый месяц и начнете новую, совместную, зрелую, свободную жизнь. Я желаю вам, чтобы независимо от того, какие изменения приготовила вам ваша жизнь, вы всегда находили в ней позитив и возможности для себя. И помните, что никогда не поздно стать тем, кем ты всегда мечтал.